Всем привет, друзья! Это уже, наверное, 19-й день нашей любимой стройки, если ее так можно назвать. Так что смотрим, что сделали в этой серии. Вот она. Вот, установили душевую. Это уже не стали ни снимать, ничего. Вот она вот так открывается. Здесь еще все в целлофане, еще вот уплотнительные кольца не установили. Она получается вот сюда все устанавливается. Это все прикрутили, душ. Здесь сверху душ еще. Вот еще болтики лежат, канализация, она еще двигается просто. Но еще не до конца собрана, вот получается. И вот эти белые панели, в принципе, их даже и можно сказать, не видно, потому что здесь окантовочка белая, здесь окантовочка белая. Это как экран такой для душевой кабины. Спасибо Вове. Вова, ты меня, конечно, смотришь. Спасибо тебе большое, что помог ее собрать. Спасибо тебе большое, что помог повесить водонагреватель. Вдвоем это очень намного легче, чем одному. Так что это большой привет и еще огромное спасибо, лайк тебе. Установили вот такую раковину. Здесь, ну, будет ее еще укрепить надо, она это не плотно стоит, потому что здесь еще надо прикрутить к стене, чтобы плотно стояли. Канализацию уже все я подсоединил, воды только еще не подсоединил, потому что мы подготовили вот такие, это уже наброски сделали. Вот будет три трубы, и это отопление, горячая, холодная вода. Сейчас Вован приедет и будем паять. Ну, унитаз вы видели в предыдущей серии. Вот еще радиатор надо будет вот сюда повесить. И вот такой краник. Водички пока нет. Ну вот. Ну, ладно. Это можно будет потом оценить, когда это все будет работать. Ну, вот так выглядит это все со стороны. Здесь еще просто машинка будет реальная стоять. И вот раковина, машинка, водонагреватель, душевая кабинка и унитаз. И все, и в заключение сейчас воду проведем. Ставлю здесь дверь, закрываем и все. И считаю... Можно сказать, душевая, ну, комната, как бы, это, туалет, санузел сделан под ключ. Идем дальше. В соседнюю комнату. Здесь я начал ставить тоже профиля. Это вход в зал туда. Вот, сейчас направляющий установил, профиля тоже установил. Сейчас вот это все обошьем. Но я буду по ходу дела все показывать. И это. Потом вот эту надо будет стену обшивать. Это все закончим. Тем временем, пока это все заканчиваем. Заканчиваем там проводить воду. И все. И переходим на следующий объект. Это кухня. Ой, как здесь все страшно. Как здесь все страшно. Глаза боятся, руки делают. Кухня тоже будет на все 150% сделана. Будем стараться по максимуму. Что можем, то и будем делать. Так что, друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. Вот приехал Вова с утюгом для паяния труб. Сейчас мы насадки эти все оденем. Короче, мы хотим прокинуть вот эту трубу отопления 32-ю по всей окружности вот этой, по территории. А потом уже будем заниматься этой водоснабжением. Вова у нас не разговорчивый, он не любит на камеру сниматься. Так что я это не будем. Работать. Да, он любит работать, так что его не надо отвлекать. Просто будем заниматься делом. И по ходу я буду показывать, что да как. Так, все, утюг вырубаем. Короче, трубу пустили. Пока до этого вот Вова припаял здесь уголок. Он будет заходить вот в это отверстие. А там уже пойдет на кухню. Потом идем, что там по радиусу. Короче, вот она идет.
Вот уголок сделали, здесь клипсы стоят. Потом здесь клипсы стоят. Это у нас вода холодная выходит, ее пока туда. И вот сейчас вот это допаяли, все соединили. И вот она дальше идет туда под унитаз, и все. Так что вот такая работа у нас. Правда, здесь неудобно все. И душевая кабина, и все. Так что вот. Все, пока утюг нам. Пусть он отдыхает. У нас, короче, перекур. Так что рекламная пауза. Друзья, короче, мы уже почти все обставили. Вот. А финишная линия. Да, финишная линия. Я не помню, показывал я. А, это у нас все висело. Короче, эту уже дособирал. Вот здесь такие магнитные, оно пристегивается. Хоп, и все, и закрылось. Так, трубы все протянули. Вот. Идет отопление. Холодное, горячее. Здесь у нас пока, здесь и посуда моется, и все. Здесь еще щетки стоят. И вот здесь Иринка уже все начала отмывать. Чистовую. Почему так считается? Ничего страшного? Не, она ничего страшного. Она просто не на месте. Еще ножки не отрегулировала. А-а-а. И это. Вот как здесь все идет. Все, краны. Машинку подсоединили. Сейчас это все отмоем здесь. Полы. По кругу сверху. И сегодня уже вечером Иринка будет пробовать мыться в душевой. Вода у нас с плечо, вот все бежит. Все бежит. Эту пленку все убрать. Здесь полочка должна быть, надо еще прикрутить здесь. Она лежит. Же не держит. Ну она, да, что-то не держит, опасная такая, потому что там такое крепление. Что-то другое придумаем. Место. А, есть же на это на липучках. Вместо вот этих дырочек прям налепить под виходку. А, присосочки? Присоски, да, вот на присосках. Посмотрим. Сделать. Ну, блин, как-то эти дырки тоже закрыть, чтобы вода туда это не попадала. Ну, здесь вот такие небольшие две дырки. Потому что стандартная, которая идет. Сейчас я покажу. Это уберем пока. Вот она, стеклянная. И здесь так прикручивается вообще, я не знаю, мне кажется, она вообще... Вот она вот так должна быть. Она держать не будет. Что-то опасно просто. Так что это, ладно, еще посмотрим. Все, здесь готово. Сейчас это все протрется, чтобы уже разуваться и здесь ходить. А потом уже дверь буду устанавливать. Володька, тебе спасибо, что помог провести вот эту сложную конструкцию. Вот водонагреватель у нас без шланга. Все здесь спаяно, краны стоят. Горячая, холодно. Смотри аккуратно. А, все, капец, кровь пошла. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец, не это, острое. Острое, да, все. Блин. Так, ладно. Сейчас пройдем. Сегодня будем... Батя приедет в кухню. Мы вчера установили маяки по лазеру. Все, вот лазер стоит. Маячки. И все. Будем здесь уже стяжку на кухне делать. И это, а, ну и вот сюда, вот здесь вода все идет, это уже в кухне будет. Здесь заглушки пока стоят, холодная, горячая, вот канализация, так что практически все готово. А это уже вывели трубу отопления, здесь уже к печке будет, к нашему камину. Без камина вообще, когда топишь печку, это вообще классно, горит огонь, тепло, вообще уютно так. Все, вот такие у нас. С профилей сделали маячки, они зато надежные и классно держат все. А вот эти, которые стандартные маяки, они вообще вчера пробовали выставлять, что у нас не получается. И все, и начнем здесь уже гипсокартоном это все обшивать. Стены ровные будут.
Здесь тоже дверь будет устанавливаться в будущем. Все это в деньги укладывается. Сейчас все дорого, очень дорого. Блин. Куда ни поедь, да? Все дорого, говорю, покупать. Да. Помог. Вот, друзья, еще раз привет. Прошло 25 дней с момента заливания полов. И вот что у нас получилось. Полы мы уже давно, это все высохло. Переместились уже все сюда. Вот профиля уже все установили. Это закладные. Здесь у нас телевизор будет. Это розетка под телевизор. Вот это двойной выключатель. Под потолок. Вот у меня проводка вся идет. Это розетка под микроволновку, это под холодильник. Ну, тудым-сюдым, вот здесь все. Вот здесь кухня будет. Вот там розетка под вытяжку. Вот, мы сейчас кухней занимаемся, стены выпрямляем. Ну, пойдемте посмотрим теперь, что у нас санузел получился. Практически все готово. Все, вот, дверь. Вот, вот сейчас дверь, подожди, покажу. Вот дверь установили. Такая у нас дверь. Открывай. Заходим. Включаем свет. Здесь заходишь. И вот наша кухня. О, кухня! Да, это сейчас... Если не знаешь, что это кухня. Так. Ну вот, душевая наша установили. Как тебе душевая? Сколько раз мылась? Офигительно. Вот, все закрывается. Все на магнитиках. Сейчас мы ее откроем. Покажем, что... Вода все бежит. А какой подключен? А, вверх. Блин, не тот душ. Надо же верхний. Вот здесь переключается. И вот душ, все льется. Напор офигительный. В душе мылись. Классненько. Вот здесь у нас стиральная машинка. Здесь посуда. Пока моем здесь, потому что кухни пока нет. Ну и раковина у меня одна пока. Вот наша раковина. Здесь и моющие, и губки, и все. Здесь пока унитаз под... Здесь будет ёршик, ёршик. Ну, все и приспособы, да. И урна будет. А здесь у меня будет стоять такой пластмассовый этот... Шкафчик для полотенец, да. С конца не бегать. Как раз места здесь хватает свободного. Ну, а это под грязное белье здесь стоит. Вот. Осталось только вот здесь вот эти откосики сделать. Еще не доделали. Облицовку. У нас та маленькая... Она, короче, 12 сантиметров, здесь 15 сантиметров. Вот что-то теперь маздрячить надо. Поехали, потому что покупать, в наличии, да, нет. Сейчас двери украинские, а Украина все это, ну, как бы закрыта таможнями, и поставок нет. И вот теперь надо что-то будет делать. Здесь выключатель. Все, вот как-то так. Вот выходишь. Опа. Свет выключаешь. Дверь работает как часики. Вот так. Тык. Все. Все отлично. Все окей. Так что вот. А, эти-то тоже стены обшили. Что-то их не показали. Вот эти все стены обшили. Теперь все ровненькие. Это вот сейчас Иринка будет все... Швы заделывать. Да, швы заделывать. Серпянку клеить. И потом уже шпаклевать, когда это все высохнет. Вот такие у нас... Такой проход здесь получился. Вот, вот так. Вот такие дела, короче.
Ну и здесь надо будет вверх тоже подготовить косяк под дверь. Деньги будут, потом уже дверь установим. Сейчас все дорого, на двери денег уже не хватает. Все, наша копилка, наша копилка раскрыта, да? Вот. Ну все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Ну, я не знаю, через сколько мы увидимся. Так что буду делать и что-нибудь снимать. Так что все, всем пока-пока.